Московской типографии «Красный пролетарий» исполнилось 100 лет. Большой и славный путь у передового предприятия столицы. Здесь, в этой маленькой типографии, издавались произведения русских классиков. В 1905 году нелегально печатались революционные листовки, номера газеты «Известия» органа Московского совета. После Великого Октября краснопролетарцы первыми начали выпускать книги Владимира Ильича Ленина. За годы советской власти типография была полностью реконструирована, оснащена новейшими печатными машинами. Достойно отметить ленинский юбилей, на это сейчас направлены все усилия коллектива. За плодотворную работу по изданию массовой политической и художественной литературы и в связи со столетием со дня основания типография «Красный пролетарий» награждена орденом Ленина. На торжественном вечере в колонном зале Дома Союзов заместитель председателя Президиума Верховного Совета СССР товарищ Мюрисеп прикрепил к знамени предприятия орден Ленина высшую награду Родины.